Послабления для бизнеса. Предприятиям, которые пострадали от введения карантина на 2020 год, уменьшили налоги. Кроме того, правительство региона направило дополнительные средства для микрокредитования бизнеса под 1%. И сейчас расскажу более подробнее. Итак, на 2020 год для предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, ставку снизили с 6 до 1%. По системе доходы минус расходы с 10 до 5%. Напомню, еще в прошлом году эта ставка равнялась 15%. Кроме того, в два раза снижают ставку по единому налогу на вмененный доход, то есть с 15 до 7,5%. Для патентной системы налогообложения режим расчета платежа будет равен 1 рублю. Правительство считает, что эти меры помогут сохранить бизнес примерно от 20 чем предприниматели. Дополнительную помощь окажут территории бизнеса. Туда направят 290 миллионов рублей на льготные займы под 1% с отсрочкой первого платежа на 6 месяцев для предпринимателей, пострадавших от карантина. Все льготные условия по займам в территории бизнеса будут предоставлять только тем предпринимателям, которые сохранили рабочие места. Кредиты под 1% по расчетам правительства помогут примерно 250 предприятиям малого и среднего бизнеса. В дальнейшем власти рассматривают снижение имущественного и транспортного налогов, а также единого сельскохозяйственного.